Участвовало в происшествии 4 автомобиля. В одном из автомобилей было 2 пострадавших. Один был зажат поврежденным автомобилем. С помощью инструмента аварийно-спасателя мы его деблокировали и передали бригаде скорой медицинской помощи. Первый пострадавший, его также передали бригаде скорой помощи еще до нашего прибытия очевидцами. Оба пострадавшие к автомобилями скорой медицинской помощи доставлены в медицинское учреждение города Азова. А причина аварии уже известна? Причина устанавливается.